член жюри нашего проекта, психолог VIP-персон, основатель центров психологии и развития, общественный деятель, а также миссис Российская красавица 2021 и обладатель титула «Почетный гражданин Российской Федерации» Светлана Боженская. Светлана, проект «Шаг со звездой». Что откликнулось в вашем сердце? Почему вы согласились вот принять участие именно в жюри этого конкурса? Смотрите, помимо того, что я являюсь психологом дипломированным, у меня два музыкальных образования. И я точно знаю, что музыка, она затрагивает такие тонкие струны души. И меня, человека левого полушарного, пришедшего в этот мир, очень хорошо считающего, музыка с 6 лет, она обрамляла и, что называется, делала целостной, когда развивалось правое полушарие. А это творчество, а это чувственность, а это интуиция, это очень важные аспекты в жизни. Поэтому для меня все это очень близко, потому что люди, я знаю, что конкурсанты, они из разных сфер. И они могут быть юристами, они могут быть бухгалтерами. Но если их сердце поет, если их душа светится, это очень классная возможность проявляться, расширяться и быть вот таким лучезарным, нести этот свет, нести вот эти какие-то потаенные интересности, дарить зрителю. Поэтому это очень классно. Спасибо вам, что вы пришли поддержать наш проект. Скажите, пожалуйста, откройте нам секрет, будет ли какой-то, может быть, спецприз для участников, которые вам сегодня понравятся как исполнители, может быть, как артисты, что-то такое будет интересное? Леночка, конечно. Смотрите, энергия благодарности – это мощнейшая энергия. Любви и благодарности – это вообще наш фундамент. Поэтому, конечно, за доставленное удовольствие мне очень хочется подарить участнице, которая больше откликнется, мои критерии. Это искренность, это чистота, это доброта, неподдельность. Это будет расчет матрицы судьбы. Это такая глубокая наука по дате рождения с двух часов консультации, где человек может узнать очень много. И вопросы, аспекты отношений, здоровья, финансов, в какое время заходить, в какой бизнес, вопрос предназначения, это основной, в какие периоды жизни что лучше, чем заниматься, когда у нас случаются переезды, почему случаются разводы, как можно этого избежать. Поэтому это такая книга, вот прям на ладони развернутая жизнь, как говорится, предупрежден, всегда вооружен. Поэтому можно избежать всего возможных споткнулся. Вот, когда ты знаешь, да, и тогда можно быстрее приходить к своим целям в благости, в радости и в счастливом проживании. Поэтому расчет матрицы судьбы от Светланы Боженской, понравившейся конкурсанту. Огромное спасибо, Светлана, за такой царский просто подарок. И я думаю, сердце вам подскажет верное решение. Друзья, видите, как интересно принимать участие в конкурсах? Можно получить совершенно неожиданный сюрприз. Спасибо.